Добрый день, уважаемые зрители канала Центр Магнитол. Сегодня хотим показать магнитолу на новый Starex, то есть 16+. Отлично встает, хорошо смотрится, как штатная. Хорошая магнитола повторяет все, что есть у штатной, плюс дополнительно. Камера заднего вида, да, с разметкой навигации, естественно, да, большая. Вот она, навигация. Причем мы тут установили не только Яндекс, но и Navitel. Система это позволяет. 2 гига оперативочки на борту, процессор 4-ядерный, то есть все, что надо в хорошей магнитоле, все присутствует. Естественно, есть, подключился руль, великолепно все работает. Вот мы переключаем режимы с руля, вот включили, сейчас включим, вот радио включили, вот музыку. Сейчас у нас заиграет с USB песенки, они пошли, поехали, вот оно USB пошло играть, да. Дальше переключаем, дальше у нас видео идет. Вот такая магнитола. Спасибо за внимание, уважаемые зрители. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всего вам доброго.